В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. В Кирове произошло второе подряд ДТП с участием машины скорой помощи, и снова есть пострадавшие. Это случилось на улице Воровского. Спецавтомобиль «ГАЗ» врезался в «Шевроле» и «Фольксваген». Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаю, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Авария произошла в среду днем у дома 16 по улице Воровского. По данным ГИБДД, водитель скорой выехал на перекресток на красный сигнал, но с включенными маяками и сиреной. Несмотря на это, спецавтомобиль пропустили не все. ГАЗ столкнулся с «Шевроле Лачетти» и «Фольксвагеном Таурек». Как и во вторник, в этой аварии есть пострадавшие. Серьезные травмы получила фельдшер скорой помощи. Ее госпитализировали. Произошло столкновение автомобиля скорой помощи с автомобилями «Шевроле Лачетти» и «Фольксваген Таурек». По предварительным данным, водитель скорой помощи выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия женщина-фельдшер автомобиля скорой помощи получила травмы. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напоминают всем водителям транспортных средств о том, что при приближении транспортного средства с включенными световыми и звуковыми сигналами водитель обязан уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. Согласно правилам, водитель скорой даже с включенными маяками обязан убедиться, что его пропускают другие участники движения. К слову, и у водителей скорой помощи проходят свои инструктажи. Они знают, что с включенными маяками обязаны убедиться, что их пропускают другие участники движения. «31 октября днем на улице Блюхера загорелась пилорама. Огонь вспыхнул в сушильной камере. На место пожара прибыли 9 расчетов. С пламенем боролись почти 30 человек. В результате обгорел пиломатериал. Закоптили стенки сушильной камеры». «Давай вы меня примите». «Мы тебя сейчас примем за то, что ходишь по проезжей части». «Хорошо, давайте вы меня примите». «Давай на тротуар отойди». «Нет, давайте вы меня примите, серьезно». «Мы приняли того, кто ехал за рулем». «Давай вы меня примите». Компанию веселых мурыгинских друзей остановили сотрудники ДПС при помощи активистов ночного патруля на улице Мира. Приятели возвращались домой с клубной вечеринки и не прочь были продолжить отдых в компании с полицейскими. «Давай вы меня примите. За что? Вам будет бонус». «У тебя бонус, он уже в руках отпал». «Отпал». Один из них хотел, чтобы инспекторы оформили его вместо водителя. «Скажешь, что я сидел на тебе». «Его оформил, потом тебя, если желаешь». «А вы почему хотите быть оформленным, а не он, допустим?» «За друга обидно». «Ты что снимаешь?» «Я работа такая, я журналист. Меня зовут не Алексей». Второй пассажир, чтобы хоть как-то расположить к себе полицейских, исполнил миниатюру. «Дядя Чарло, милости прошу, пожалуйста. Отпустите меня отсюда. По информации ГИБДД, на водителя составили протоколы за пьяное вождение. Ему грозит лишение прав. Приятели же поехали домой в Мурыгино на общественном транспорте.